Ураганчик, ураганчик, ты нас хороший, наш работяга. Скучно ему, не дает ему палочку погрызти. Да, ураган? Ну, какую бы ты палку предпочел? Вот эту? Это она же большая, ты что? Ну и куда ты с ней? Ураган. Ну бери ее, бери. Ой-ой-ой. Какая силища пропадает даром. Да ну ты, ураган. Ты еще толще-то не мог взять? А, ураганчик. Да, неси их хозяину вон. Ураган, ураган, неси ее, неси туда. Давай, 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 ураган, неси. Бери. Возьми, взять. Взять. Ураган, бери, бери давай. Иди туда. Вон там Игнатий Тихонович трудится. Сшибает остатки яблочков. Они очень сладенькие сейчас. Видимо, морозом их немножко прихватило тут. Минус был. Вот они сейчас стараются сбить их. Но сколько вон калины. Много еще будет, надо будет собирать ее. Яблочки. Летом-то было полно, но они, правда, не такие вкусные были. Ели арбузы в этом году хорошо так. Ураган, ты еще лапишь. Иди играй. Мне некогда, когда скоро опять непогода будет. А тут яблочки такого хорошего. Вот они. Иди, как сладенько. А я пробовал качать его. Через... Улегся работает, смотри. Вот он, вот они лежат. Их две ягодки. Две ягодки. Не просунешь, одну ветку просунешь, а другая не дает. Хвостом. Одно из любимых занятий. Ну, и собираю сейчас в карман. Две доски эти. Какие-то у дверей где-то были, привезли. Это обналичка? Обналичка, да. Да. Иди отсюда. Жалко тебе. Это, видишь, какие. Ага. Верно. Нет, мне надо те, которые я сбил. Это за ними не смотрели, они пали. Понес. Вот. Это карман. Дальше пантух. О, вкусно. Так главное, вкусное такие? Да, вкусное. Я тебя угощаю, ты как соработник у меня. Я уже ем. О, да, а ты... Подсказывай, где они хотели сделать. Вот они. Вот они, яблочки. Тут надо уже подосниться, что просто садится. Вот оно где. Видишь, они под листьями палят, их не видать. Палят, а вот где искать-то. Ну, вот она. Видишь? Ну, ничего себе. Урожай хороший. Там в комнате у меня там еще посмотрим сколько. Вот она.
Что только не сделаешь блестящая. Ради деликатеса. А вот тушенки, осеннего. Или как ее назвать, у меня карман хороший. Я один карман набрал, унес. И сейчас сразу же выйду, буду собирать. Покажешь. Калину. Ну, она уже морозом прибитая. Вот. Такого вообще не видали. Как по. Нужно заставить, она щурится, она кислая. А нужно заставить. Других яблок-то нету. А кто посмотрит, скажет, это что ж такое, неужели так бедно живут? Дело не в бедности, дело в том, что это свои. Яблони-то не чужая. Это наша усадьба общая. И мы здесь собрались. Вот он где. Видал? Здесь тоже. О, сколько ее калины. Она такая с горчинкой, кислинкой. Очень хорошая. Семена у нее как сердечки. Сейчас пойду за этим. Ты за мной не угонишься. Я решил серьезно собрать. Интересно, у них в запасе это есть, нет? Виноградник такой хороший, а винограда нет нисколько, нисколько. На что я внимательно смотрю и ничего не выходит. Но они в Потеряевку-то посылали два раза. Да, два раза. Да. Ну, тогда все. Надо... О, прямо в глаза ищет. Это все с доской разбирается. Ураган, ну что ты ее догрызаешь? Дай хоть на дрова и сжечь. Хорошую доску нашел, ураган. Да-да-да, ну... гнилую. О, смотри, куда улетел, я бил ее там. Он просто догрызает то, что не догнило. Пускай, я ему разрешаю. Пускай он потешится. А если его заберет Сергей как хозяин, так его там не будет. А его спрячу куда-нибудь. А куда не знаю. Но все было спадало, сразу найдут. И дальше. Ну а тут. Ну все тогда. Я быстренько сейчас беру посуду и буду разбирать здесь. Посмотришь. Да, слава Богу за все. Аллилуйя.